На этот вопрос вообще не ответишь, какая девушка должна нравиться мужчине. Ты знаешь, как в песне поется, ну да, поет в песне, что хорошим девочкам нравятся плохие мальчики. Так же и здесь. Ну, парням нравятся, ну, разные женщины и девушки. Ну, она может быть, ну, может быть, не так сильно образована, не так витиевато разговаривать, но она, у нее может быть замечательный характер, она может прекрасно готовить, она умеет окружить человека какой-то любовью. Поэтому, ну, это сложно сказать. Это все же на уровне флюидов каких-то, понимаете? Ты встретил человека, и ты с ним пообщался, и ты понимаешь, тянет тебя к этому человеку или нет. Только так. Если у кого-то есть какой-то определенный параметры, да? Ага, блондинка, 1,90 м, бюст такой-то. Ну, это бред полный. Ну, слушайте, ну, она же может оказаться совершенно неприспособленным человеком к жизни в семье или что-то еще. Нет, надо общаться. Это в каждом, каждый случай индивидуален. Поэтому общайтесь больше и найдете своего человека. Мне кажется, я, наверное, мало общаюсь, да, если я еще не нашел. Ну, из вашей речи следует, что шансы есть у всех, в вашем случае. Абсолютно. Шансы есть у всех. Даже у меня. Нет, я имею в виду у девушек. То есть... А, в этом плане, конечно, конечно. У всех девушек есть шансы. Рассмотрим все варианты, да? Рассматриваем все варианты. Хорошо.